Здравствуйте, любители Террарии, а также потенциальные фанаты и любители Террария The World. Сегодня речь пойдет о новом спойлере Террария The World, в котором нам разработчики предоставляют картинку силовой башни. Это такие башни, которые расставлены по карте и призваны очистить мир от искажения. Это стратегическая часть Террария The World, то самое нововведение, которого нет в обычной Террарии. Немного напомню, что Террария The World отличается от Террарии тем, что в ней будет стратегия и сюжет. Сюжет заключается в том, что нужно очистить мир от искажения. Это делается с помощью вот таких вот силовых башен, которые крафтятся, как мы видим, из каких-то элементов, которые находятся на карте. Эти силовые башни будут очищать от искажения тот участок, на котором они установлены. На данном спойлере представлено несколько окон. Это инвентарь, окно снаряжения и окно выбора силовой башни. Вероятно, вот эти стрелочки перемещают от одной к другой установленной башне, и можно посмотреть, сколько у нее здоровья, урон и всякие дополнительные, наверное, какие-то статистические данные. Вроде, сколько она очистила, ее силу. Я не знаю, какие будут особенности у каждой башни, но, вероятно, вот тут эти проценты, это все будет как-то расти, заменяться и апгрейдиться. Соответственно, стрелочками вправо и влево можно переключаться в одном этом окошке каждой установленной башни на карте и проверять ее статистику. Вероятно, нас скоро ждут дополнительные спойлеры, касающиеся сооружений, которые будут защищать башню. Вероятно, каждой башне тоже соответствуют какие-то свои сооружения. И вот интересная вещица. Вот тут в инвентаре есть два элемента. Мне кажется, вот так вот это и будет выглядеть башня, когда она скрафчена и находится, так сказать, в инвентаре. В зачаточном состоянии. Скажем, яйцо силовой башни. Или как там, семя силовой башни. Ну, вы поняли. Еще интересная загадочная вещица — это вот эти вот элементы, наверное, из которых она состоит. Видите, сейчас выбрана голубая и, вероятно, светится голубым. И какие-то функции у нее света вот этого камня. Есть еще какой-то другой камень. И еще какая-то фигня желтая, но она не светится. Может быть, еще не дошел прогресс развития этой башни для того, чтобы работать на полную катушку, поэтому, может быть, и не светится вот этот вот элемент. Если уж говорить вообще о введении силовых башен в игру типа песочница, то я считаю, что это очень интересный ход, который дополняет и разнообразит игру. На этом все, друзья. Оставляйте свои мнения по поводу силовых башен, если у вас будут такие мнения. Нравится вам, не нравится... Интересно, неинтересно? Под видео. Спасибо, что смотрели, и увидимся в следующем видео. Пока-пока! Вау, похоже, эта силовая башня похожа на цыпленка нацистского.